Сколько таких мальчишек и девчонок за свои пока не полные 75 лет. Встречала совсем малышами и провожала во взрослую жизнь школа номер один. Волею судеб всегда первая школа. Сколько учеников ее благословил со своего рукотворного пьедестала Александр Сергеевич Пушкин, который в своей неизменной позе, рукотворным памятником от благодарных потомков, на долгие десятилетия застыл напротив школьных дверей. Сколько детских лиц промелькнуло перед памятной доской любимого питомцами и коллегами директора школы Евгения Колтунова, не счесть, да и не нужно. Все они, как лицеисты когда-то в пушкинские времена, друзья. И прекрасен их союз в школе и за ее стенами в большой жизни. Союз друг с другом, с учителями и неизменной во все времена группой поддержки родителями. Их чада в этот день всегда в ударе. Родители горды своими Анями, Мишами, Ванями, а те, похоже, сами собой. Последний звонок – это и последний день безмятежной радости перед тревогами первого экзамена. Традиционный талисман выпускника пушкинской школы – задорная кадриль. Кто знает, не она ли тайная подсказка, как сомневающимся, так и гарантия успеха идущим на высший экзаменационный бал. А если и нет, то все равно. Традицию здесь чтят свято. Один человек в первой школе, а всего 203 одиннадцатиклассника городского округа готовится в последний раз сесть за парты для сдачи выпускных экзаменов. Но в день последнего звонка никто не торопит события. Не 11 по количеству прожитых в школе лет, а около 30 раз подбросили в воздух свою самую классную выпускники 14-й школы. Вносить каждому выпуску неповторимую нотку в церемонию прощания – это традиция 14-й школы. А главное не забывать, кто 11 лет вел по лабиринтам школьных наук нынешних мальчишек и девчонок, не забывать своих учителей. Вчерашние мальчишки и девчонки – сегодня юноши и девушки в жизни должны пройти своей дорогой. И как сложится их судьба, во многом зависит от вас. Считает глава Верхнесалдинского городского округа Николай Тихонов. Считают так хозяева и гости, которые пришли в школу номер 6, чтобы почествовать 42 своих выпускников. Это они накануне приготовили любимой школе сюрприз – рисунок на асфальте. Такой рисунок хоть и прекрасен, но недолговечен, в отличие от памяти. Лишь память может сохранить радости, печали и школьные годы чудесные. С книжкой, с милой песнью. Как они быстро летят, их не воротишь назад. И лишь школьный звонок может на одно мгновение остановить этот неудержимый и стремительный полет. Остановись мгновение. Пусть еще раз напомнит об этом последний школьный звонок.